Подожди. Нас перевернули. Перепрыгивай через миски. Собачьи миски. Ты куда ты полетел? Погоди. Да я запутался. Да вернись ты. Это все наоборот. Нажимается наоборот. Все. В смысле? Эй, друзья, всем море приветов, Нептун и Оркалетик здесь вместе с вами. Хей-йоу, всем здорово, пацаны и девчата. Да, мы сегодня начинаем прихождение, точнее продолжаем наше прихождение Cuphead, сегодня третья серия, и будет много эпичного, друзья, непременно ставьте лайки. И у меня к вам вопрос, найдите на карте Арклайт, где же он? Ты где? Чувак, я тебя не вижу. Специально оставил вам небольшую подсказочку, чтобы вам было легче меня найти. Но только не так, что вы сначала посмотрели видео, узнали, где я, а потом такие, а, он за деревом, как в прошлый раз. Это что за магия вне Хогвартса? Я нечаянно вызвал Джинни. Ладно, это секретка. Типа, если покружиться на месте, можно вызвать Джинна, и он даст нам ништяк. Ладно, друзья, пишите в комментарии, где же Орклайт, где он может быть. У вас всего лишь три буквально секунды, друзья. Три, два, один. Все, время истекло. А на самом деле, вот я за маяком, видите, носик синенький торчит. Это была подсказка, вот он я. Это был маленький синий спойлер от Арклайты. Итак, мы две замечательные чашки, Cuphead и Магмен, стремимся к приключениям. Сегодня, значит, будет два босса, друзья. Я думаю, что вы уже много посмотрели разных прохождений, и вы знаете, кто будет финальным боссом. И именно финального босса мы отложим на следующую серию, а сегодня будут подготовительные боссы. И именно самолет и кактус. Ой, как я ненавижу самолеты. Там же это луна, луна, луна. Луна, луна, луна. Еще на первом острове осталось. Мы ее загандошили и забыли про нее. Ну, я так думаю, тут может быть что-то посложнее гребаной луны. Бу-га-га! Итак, куда пойдем? На самолетик? Вот здесь. А также можно пойти на кактус. Да фиг знает, давай попробуем сначала самолетик. Как говорится, сначала сделать нелюбимое дело, а потом уже можно что-нибудь другое. Хотя так. Он тот может оказаться более мерзким даже, но... Вабалабадабдаб, Морти, погнали гасить врагов. Дымовая шашка, ну давай попробуем. Все, погнали. Итак, воюющие асы, битва за бульдогию. Что? Битва за бульдозер? Бульдозер, да, верхом на самолете. Так, часики прыгают. И только посмотрите, много-много-много собак и огромный бульдог. О, сутулы. А? Что это было? Кошку, он кошку дербанит. Сутулые собаки. Сутулые коты с собаками. Он дербанит бедную кошечку. Смотри, татуировка у него классная в виде костей. Представляешь, как круто. Ай. Они еще возвращаются. Так, мячики для пинг... Ой, для тенниса. Для тенниса аккуратно, кошка драная. Так, тихо. Там гасим. Уворачивайся от теннисных... А это что за призрак собаки? Теннисных мячиков, это на заднем плане, тип. Ай-яй-яй-яй. Ну что, как? Так, я уже при смерти. В смысле? У тебя три жизни, все нормально. В смысле, а кто... Он кошку драную дерет. Тихо, аккуратно. Теннисные шарики, аккуратно. Бранспойтики и еще более аккуратно. Так, тихо. Так, что он делает? Татуировки. Лови! Тихо. Так, пока еще не время кричать. Скоро будет время кричать, не переживай. У тебя еще будет время покричать. Во, первая стадия пошла. Это что за собаки сутулые? Это четыре сутуленькие собачки. Ай, больно. Да блин. Они хотят меня уничтожить, мне это не нравится. Так, я спасу твою душу, бро, спаси мою тоже. А, нет, пока не надо. Так, гасим. Тут, кстати, секретная стадия, если что. Потом можно попробовать ее сделать. Буквы. Во. Я еле увернулся, блин. Помоги меня! А че ты мою душу-то не спас? А какой-то чувак вылез из самолета и проткнул меня. Лазером, да. Ладно, повторяем. То есть я уже смотрю, ты такой, ты летишь, такой, о, надо спасти, он меня, бань. Тут, по сути, в боссе два пилота. Сначала вот этот бульдог. Харламов? Да, Гарик Бульдог Харламов, а потом та девчонка, короче, псина. Псина сутулая. Псина сутулая, да, и нужно будет их обоих загандошить. К этому меня вся жизнь просто готовила, боже. К всяким сутулым псинам. Ай, есть! Какой я был хороший! Я запарировал все прекрасные... Ай, клубки!
Что-то я туплю. Ничего, мы проживемся. Главное, верить в нашу удачу. В нашу силу, бро! Ау! Больно? Тихо-тихо. Я улетел. А я тебя спас, потому что сила бро непоколебимая. Да, но раз у меня нет здоровья, значит, рано или поздно я, чувак, я все-таки улечу. Слушай, у тебя один хп. Почему у меня пять, у тебя один? Чё за дела? Потому что я слишком нубяра. О, у меня же есть этот... Как там, вихрь? Ох, я как неудачно спарировал. Я спас твою душеньку! Я спас твою великую душеньку! Потому что сила бро должна быть сильна, как никогда. Как никогда! Е-бой! Так, тихо-тихо. Во, все, минус одна псина маленькая. Сутулая. Маленькая сутуленькая псина. Спасибо, говорит мне Орклайтик. Так, все, всех псин мы зафигачили. Ай, не успел взять монетку. А я взял. Бу-га-га! Не забывай про супер. Ой, лазеры, чувак, боже. Блин, я ничего не делал и увернулся. Тихо, лазеры кругом, лазеры повсюду. Что за хр... Подожди. Нас перевернули. Перепрыгивай через миски, собачьи миски. Ты куда ты полетел? Погоди. Да я запутался. Вернись. Да вернись ты. Как-то все наоборот, нажимается наоборот. Все, в смысле? Бежишь все, налево, а он бежит вниз. А потому вообще что, непонятно. А потому что нас перевернуло, чувак. Теперь нас будет переворачивать все время. Мне это не нравится, давай не будем так делать. Давай. А я умираю. Тут собачьи миски летят, нужно перепрыгивать их. Вот именно когда вот мы с боком. Здесь сначала лазеры. Они, прежде чем стрелять, видишь, у них такой луч появляется. Ай! А этот можно парировать. Он розовый. Все, вот когда мы боком. Здесь все неудобно, но миски надо, короче, можно... башку переворачивать. Да, можно башку. Башку. Можно башку переворачивать. Причем, смотри, миски красные ниже летят, а желтые. Блин, летят... вот вертикально в бок еще можно голову да перевернуть. Это изи. А вертикально, как эти вертикально голову переверну? Можно монитор. Давай перевернем монитор. Надо командная игра. То есть, как только это случится, ты, например, ты сразу резко монитор переворачиваешь. Все, лайфхак. Будем вращать монитор. Так, он нам татуировки показывает офигительные. Но я браво сражаюсь, чтобы спасти свою душу и душу моего бро. Так, что он хочет? Он что-то от нас кошку, хочет. Кошку дерет, потому что. Он постоянно дерет кошку. Вроде не весна, зачем он это делает? Бедная кошка, за что он кошку-то? Кошку не трожь! Свободу киски. Свободу киски. Так, у меня 7 хп, кстати, ты в курсе? Я просто хпшный барон. Так, нормально. Кошку дерет, кошку, аккуратно! Кошку, свободу кошкам! Давай, первая стадия. Давай биться за права кошек в этом мире. Во, пошло дело. Буковки летают, я парирую буковки, у меня 7 хп. Я красавчик. Ты просто крут! Я просто ас! Парирую эту букву. Нет, следующую букву парируй. Вот, розовый летит, парируй ее. Далеко. Да, почти получилось. Так, минус псина сутулая. Оу, не видел, как я как боженька вот, вернулся. Вот, ты сейчас как боженька запарировал. Так, тихо. Давай парируй. Вот, видишь, ты можешь, когда хочешь. А у тебя еще и неуязвимость, если что. Это очень так, важно вот здесь. А, блин, надо было на переворачивание сохранить. Так, тихо, тут можно парировать розовую штучку. Нормально. Офигеть, я еще живой. Ой, зря сказал, зря. Так, тихо, сейчас будем прыгать. Да, блин, я не туда прыгаю. Ай. Ну что ж тобой? Так, давай, выживи в лазерах. Да просто парируй и все. Дело-то аж открыто. Да что за фигня? Отстань. Не переворачивай больше, блин. Не переворачивай. Миски летят. Я спас душеньку моего бро. Она меня бесит. Что... О, все, наконец-то. Миски кругом летят, миски. Миски. Да елки. Опять мне нужно спасать моего душеньку моего бро. Мою душеньку моего бро. Она опять это делает. Она делает это безвозмездно. Моя там не накопилась еще суперсила. Ай! Ай! Стой и вернись! Блин, я не могу так играть. Блин, мне что-то как-то этот... А я знаю, почему ты проигрываешь, почему у нас все так плохо. Потому что мы не делали силы бро, потому что сила бро должна быть... Да! Сила мега бро! Вот теперь мы точно... Да блин, я не могу привыкнуть к вот этой вот фигне. Ай, увольняй. Как она называется? Переворачиванием. Это очень жестко, слишком жестко. Ты косточки не парируешь, вот в чем дело. Да мне кажется, дело не в косточках, а в том, что эта дура переворачивает все. Я думаю, что косточки виноваты. Она все переворачивает с ног на голову, мне это не нравится. Ну, она перестанет так она делать. Она хочет сбить нас с толку. Она слишком жесткая. Это собака сутулая. Пусть она перестанет псина, так псина. Делать. Псина! Надо бить псину.
Давай будем бить псину. Кошка, драная, тихо, аккуратно. Видите, бульдог. Ну что ж ему взять? Гарик, он... бульдог Харламов. Гарик, бульдог Харламов, к сожалению, бедный... Покидает нас все. Покидает поле. Бьем собак сутулых. Так, давай сюда. Перевернемся. Перекрутимся. Бам! Так, кто это был? Я не знаю. Знаю. По-моему, ты себя задел, а я спарировал. Опа! Па-па-па-па-па-па! Тихо, 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 так, сила, минус бро! Одна глупая сутулая собака. Буква W! Ай! Не получил. Ну, что ты твори? Ой-ой-ой-ой. Так, ладно. Так, у меня 3 хп, но главное, чтобы она ничего не переворачивала. У тебя неуязвимость, если что, есть. Главное, чтобы она ничего не переворачивала. Есть! Парирование! У меня крутое парирование сделано. Так, тихо, вот она, вот она, вот она пошло! Что-то сложного-то, просто да раз, блин, раз, я раз, не раз, знаю, я нажимаю всё? Вот это вот, а она меня переворачивает. Это изи-катыч, это просто изи-катыч. Что делать надо? Просто парироваться. Видишь? Что происходит? Я ничего не понимаю. Я мега-парируюсь, и ты тоже мега-парируйся. Да блин, я мега-убежал, я хотел вверх нажимать, чтобы ее убить. Да блин, и все, вот это вот... Мне это не нравится, переворачивание. Ты мега получаешь хиты. Мега огребаешь. Она потому что слишком бесячая. Ну кто так... Ты мега огребаешь. Помоги моей душеньку спаси! Срочно! Да! Да! Сила бро, помогли босса завалить! Фух, блин, ну в принципе не такой сложный босс. Вот это вот переворачивание бесячее просто калит. Сейчас поглядим, что у нас по рейтингу. По-любому Б минус. Минус Б. Нет, Б у нас самое классное будет. Б с плюсом должно быть. Ну фиг знает, мы много жизни ну, потратили. Просто бы. Ну тоже неплохо, неплохо, неплохо. Да, нормально сойдет. БГГ! А знаешь... Мелкий Рик! Мелкий Рик. Знаешь, что нам реально помогло? Мостик! И мостик тоже. А еще мы добыли ананасовую мяту. Что? Ананасовая мята? Что это за дичь такая? Это вкуснейший ингредиент для приготовления чудо-тортика. Напоминаю, что мы должны спасти чудо-чашу. А, помнишь, чтобы она из астрала вышла в наш мир? Это я помню, только что за ананасовая мята, блин? Ну, разве ты не используешь ананасовую мяту? Нет. Каждое утро добавляешь в чай или кофе. Ананасовая мята — это... Это как пицца с ананасами, только пицца с ананасами и ананасовой мятой. Только это ананасовая мята, да. Это как пицца с ананасами, только ананасовая мята. Ладно, у нас она есть. Но сейчас, наверное, многие зрители будут кричать: «А, Нептун, Арклайт, покажите секретную стадию, секретную стадию». Я предлагаю тебе еще раз поиграть. Что еще за секретная стадия? Ну, открыть секретную стадию. Смотри. Суть в том, что на этапе, когда будут эти маленькие стулы и песики летать, четверо, помнишь, по кругу? Вот их нельзя убивать. Ай, он... Укусил ну, меня за, ну, за жопку. Почему тебя... Почему тебя кусает сутуленький бульдог? Гарик Харламов. Бульдозер. Свободу котам, свободу котам, свободу котам. Котам, котам. Им котеп. Им хотеп. Нет, не хотеп, а котеп. Тихо, 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 котеп. Ты, где твои жизни, бро? А я не знаю, раньше их было 6, теперь у меня одна была и все. Как? Где твои жизни, чувак? Это противозаконно иметь так мало жизни, чувак. Ты должен быть, сдаться с правосудием. Я должен быть самой ночью. Я самой ночь. Ай, я получил по башке, но ничего страшного, у нас тут... Все, сейчас будут псы сутулые. Вот, их нельзя убивать, тихо, а, тихо. А, нельзя трогать вообще сутулых псов. Их можно трогать, но нужно сделать так, чтобы их дымка от джетпаков была серой, а не белой. То есть их нужно слегка побить. Каждого слегка. Поэтому... На пол Федора немножко. Поэтому чуть-чуть бьем. Только не убиваем, только не убиваем. Прошу, чуть-чуть. Давай ты их не будешь бить. Ладно. Давай их я буду бить, а ты будешь слегка просто выворачиваться. А я буду просто прыгать по самолетику и так, парировать. Тихо. О, звездочки. Ты как боженька парируешь, кстати говоря. Почему ты так обычно не парируешь? Потому что я не могу делать два дела одновременно, стрелять и парировать. А так, в принципе, норм. Вот всегда бы так. Вот всегда бы такое мега-парирование было, да? Оп. Тихо, 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 все нормально. О, видишь, у него же серый дымка пошел. Серая дымка побежала, его лучше не трогать. Оу-о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 у-
Ладно, погнали. С такими жизнями, как у тебя, жизнь в радость. Так, мне... Бери тоже жизнь. Теперь, давай ты теперь спарируй. Блин, подожди, мне нужны эти... Вот, спарируй, ага. Вот. Спарируй! Да в смысле? Ну ты прикалываешься. И что я теперь должен... Так, у него дымок идет, у этого тоже дымок идет. Подожди, я... Серый дымок...
Серый домок. Серый домок. У кого идет? У всех, по-моему, идет. Нет, у всех белый. А ты убил! Вот именно убил серого! Ну кому? Да блин! Мы не сможем! Да ты сейчас напарируешь себе миллиард жизней. Конечно. Мы не сделали силу бро, мы сейчас умрем. Мы умрем. Ты как Витас. Я индюшка Рик. О! Во, все, давай, вторая стадия. Ты как Витас, знаешь, как. Так, все, давай, теперь ты гаси. Помнишь ты песни Витаса? Нет. Нет? Я помню только. Блин. Это жесткий мем был. Ай-яй-яй-яй, ты не знаешь песню Витаса. Ты офигеть, Тарклайт не знает этот великий шедевр великого Витаса. Блин, боже! Так, тихо-тихо. Да давай лучше гаси собачек. Я пытаюсь, только ты аккуратнее, не убивай лишних собак. Я знаю, что ты не очень хочешь убить лишних собак, но просто не нужно. Я вообще в принципе собак не люблю. Не надо собак лишних убивать. Парируйся, пожалуйста, будь любезен. Ноу! No. Так, тихо, тявку бей. Да я вообще никого не буду бить, иначе меня убьют. Так, тихо, тявку, тявочку. Так, тявочку. О, все, серый есть. Гендальф серый. Серый дым. О, второй. Ай, тихо, нужно. Во, все, все четыре серых дыма, смотри. Все, их проглотила эта мамочка, собака, и у нас секретная новая стадия. Пожалуйста, только выживи. Бей собак, они теперь здесь начинают... Ну, ты сказал, что нужно просто показать там, типа. Нет, я хочу, чтобы мы их убили. Смотри, они стреляют в нас ананасами! Ананасами, твою ж налево! Аккуратно, ананасы кругом, повсюду ананасы! Бананы, кокосы, апельсиновый рай! А розовый ананас можно парировать, только по башке можно получить оттуда розовым ананасиком. Что происходит? Я вообще не понимаю, что происходит. Надо бить эту шавку, вот эту вот, девку бей! Бей девок нельзя бить, меня учили, что девок бить нельзя. Да, но это собака-девка, ее можно. О, нифига! Ты бог парирования, ты в курсе? Нет, не в курсе, я хочу жить, не убивайте меня, пожалуйста. Бей вот эту псинку, бей, у тебя неуязвимость или что? Есть, как бы, если будут тяжелые моменты, можешь её заюзать. Да у меня вроде как бы и жизни много еще, не знаю сколько. Так, гандошим эту собаку. Розовый ананасик. Да. Что-то как-то не особо получилось парировать наш розовый ананасик. Так, гасим. Да, загасить. Я сложный момент. Ты ж провалился от счастья, да? Самолет улетел. Ты куда? У тебя нет парашюта, чувак? Ты в курсе, нет? Я тебя спас! Давай, сила брать! Да! Я его все равно спас, вы все это видели. Мы выжили на финальном моменте, да. Я еще такой, типа, уязвимость, потом нечаянно провалился в этот, блин, под самолет. И в итоге нокаут, а я такой умираю. Эпично. Бэгги! Фух. Короче, мы и так его загасили. Вообще изи-катка, просто размотали этого босса. Размотали этого буся. Ну, блин, как по мне, это, по-моему, полегче, потому что, как минимум, не надо голову переворачивать и монитор. Да? У нас появилась лестница. Мы, кстати, на второй серии все прошли, поэтому нам она особо-то не нужна. Ну её нафиг, эту лесенку. Бу-га-га. О, это накачанный кактус. Он показывает, смотрите, какие у меня мышцы. Какая мне бицуха, смотрите, да. Чмокните мою бицуху. Иди поцелую. Ай, он колется, боже. Вау! Орклайтик, прежде чем идти на босса, на того накачанного кактуса с бицухой, нам нужно пойти в магазин и что-нибудь купить, я предлагаю. Окей, гошопиться. Свинотека, хрю-хрю! Welcome! Итак, у нас осталось совсем чуть-чуть. Welcome to hell, fatality. У нас, в принципе, все есть. Можно купить секретный амулет, но об этом позже. Кстати, спойлер небольшой, но секретный амулет нам понадобится в финальной серии, в следующей, в четвертой, чтобы открыть секретного босса. Можно его, правда, пока что купить. В принципе, монеток у нас хватает, но использовать мы будем его потом.
Окей, короче, мы весь магазин скупили, все, у этого пацана больше ничего нет. Он еще так на часы смотрит, типа, когда они уже свалят, а? Они выкупили весь мой товар. Все, мне уже все, пора идти отмечать там на шашлычки с друзьями. Быстрее бы уже не свалили с моего магазина. Ну и мы и свалим, что нам, ну чё и нам ладно, терять? Ну вообще? И ладно. Скванчикот. Скванчикот. Скванчовица. Так. Чё ты девочке кактусу пристаёшь? Отойди. Давай её загасим. Она тебя уколет. Она тебя уколет, братан, не подходи. Это ошибка. А, это мы кактус? Я думал, мы её гасить должны. Нет, это... Нет. Тебе лишь бы гасить кактусы. Она же такая, типа, я такая миленькая девочка-одуванчика. Потом начинаешь, она там какие-нибудь суперстадии, самолёты, уничтожение чашек и вот это вот всё. Бурнокольт. Полуденный переполох. Это как раз... к слову, о летающих коровах и твоем любимом уровне на самолетиках. Опять самолетики? Нет, до этого мы были на ногах, на самолете. То есть мы как бы на ногах были, а здесь прям буквально на самолете. А, прям самолетики-самолетики. Да, погнали, попробуем. Тебе понравится этот босс, чувак? Я, в принципе, не люблю вообще уровни с самолетиками. О, салун! Вот салун я люблю. А корову в салоне ты любишь? Коров нет. Коровы должны быть в стойле. А в салоне должны быть алкаши, как я. В салоне должны быть пьяные коровы тогда. Тихо-тихо, видишь, она... Что-то, по-моему, она меня уже загасила, я уже при смерти. Подожди, как... Я забыл, как на самолетике, в принципе, летать. Что делать вообще? Ну, смотри, вот эта кнопочка уменьшения. Где? Где? А, вот это... Вот, это как... Это как... А это типа... Это парирование. Это парирование. И все, больше ничего нет? Нет. А как ракету кидать? А. Вот. Меняешь с другой стороны в левое... На левом шифте, получается. А. Ты меняешь патрончики на бомбы. Так, вниз, она кактус вытягивает аккуратно. Бедный кактусик. Уничтожить собаку сутулую. Корову сутулую, да. Тут птички летают, видите, и коровы летающие есть. Я спасу твою жизнь, бро. Сила, бро. Только сила, бро. Мне не нравится этот летающий уровень. Кажись мне, ты будешь сейчас меня спасать постоянно. Тут, понимаешь, тут дело в том, что сила, бро, должна быть. Очки. А смотри, там эта звездочка шерифа летает. Потому что корова шериф, и нам нужна сила, бро, давай немножко силы, бро. В смысле, шериф там написано? Да, сила, бро! Там написано найти его, видишь, надо смотреть за вознаграждение. Да, это преступница, она одела, корова-преступница одела костюм шерифа. И кидает, и кактусы захватывает. Ну, чувак! А как с ним сделать, чтобы у меня было 7 жизней? Никак. Это невозможно. Ну ты куда улетел? Душеньку моего брата забрали. Так, ну смотри. Слишком сложно. Ну смотри, пока изучай стадии. Видишь, летают птицы, кидают динамит. Из динамита вылетает куча маленьких динамитиков. Это вторая стадия. Она откидывает, короче, крышу и начинает всасывать деньги. О, деньги всасывать, это хорошо. Да, и... А потом она превращает их в сейф с деньгами. Аккуратно. Капец. И это можно парировать, если что. Потом она снова всасывает деньги. И можно еще бомбы не забывать вставать. Уи-пч! Когда полный собираем суперметр. У меня такое ощущение, что ты один можешь все пройти. Ну, так естественно. Но я-то должен пройти с моим бро. С моим любимым орклайтиком. Так, тихо, аккуратно. Просто будьте внимательным. Уворачивайся от мелких деталей. Ты только сказал, будь внимательным, и тут же я жизнь потерял. Тут динамит кругом, аккуратно. Динамиты, динамиты, от динамитов уходи. Когда она будет сверху, вниз, 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 вниз. А, ну не всегда вниз, но она иногда сверху швыряет этот веревку. А теперь от динамитов уворачивайся и от чернильных этих уворачивайся. Вот теперь вверх, вверх уходи. Да, блин, я подумал вниз. Вверх с низом перепутал. Да, ну бывает. Каждый из нас немножечко арклайтик. Когда можно перепутать вверх и низ, ну всякое бывает. Вниз. Во. Так, ты почти жив. Ну, если ты будешь спасать мою тушенку мою. Вторая стадия. Здесь иногда можно использовать уменьшение. Теперь она преобразила. Да блин, я бы эту штуку умер. Она преобразила. Ты парируй. Да я парировал, но нечаянно суперудар нажал. Спасибо. Чувак, ты можешь. Ты можешь уменьшаться. Ты можешь не умирать. Видишь, ты можешь уменьшаться. Это я сделал или нет? Я это сделал. Ты можешь уменьшаться, чтобы... Что делать? Что делать? Смотри, она себя засосала и стала... Чё? Чё? С кем она стала? Она стала сарделечкой.
Я люблю сардельки, кстати. Да, ну тогда иди воюй. Сражайся с ней. Я люблю их кушать, а не сражаться с сардельками. Спаси меня! Спаси меня! Да почему ты? Ну ты не вовремя умер, я бомбой стал. Я стал бомбой, ты вот нашел ты время умереть, чувак, серьезно. Ты умирай, когда я становлюсь бомбой. Я не выбираю, когда умирать. Если бы я выбирал, я бы никогда не умирал. Брата, чернила, чернила, чернила. И коровки. Коровки летят. Коровки аккуратно. Снизу коровки. Знаешь, есть коровки такие... Конфеты, конфеты да. Знаю. О, классные конфеты. Коровка это прям вниз. Видишь, когда она раскручивает веревку, лассо это наверху, то значит, она будет вытягивать кактус. Я слишком хочу есть. Ты говоришь лассо, а я сразу представляю себе лосось. Лосось, да. Вкусная рыбка, да. Я бы тоже поотведал. Ну ладно, главное, что нам нужно выжить. Главная сила бро! Вниз! Вниз! Тихо, аккуратно, сила бро должна нам подсказывать. И моя сила бро говорит, что нам нужно вниз, вниз, вниз! Козлодой! Козлодой! Так, тихо, все, вторая стадия. Козлодой! Да ладно, ты только что забожил как бог. И умер. И умер как бог. Ты вообще по божьи умираешь все время. Ай! Да куда ты? Подожди, стой на месте, я... Задержись. Если стоять на месте, я так чувствую, что я тогда точно умру. Задержись в нашем паршивом мире еще на минуточку. В нашем жестоком мире. Не умирай. Оу! Так, тихо-тихо, парируемся. Ай, у нас по одной жизни, мы должны друг друга выручать. Только выручка. Только бы не умереть. У тебя бомба есть, супер-бомба, не забывай. А ну выкуси, собака! Да подожди, это не собака, это корова. Лошадь! Это лошадь! Хватит умирать. Чувак, задержись на моем мире, пожалуйста, чуть-чуть побольше на нашем мире. Так, она кидает бифштекс. Лошадь! Да тихо, я твою душу не могу! Не могу оставить твою душу! Ты мой бро! Пожалуйста! Лошадь! Держись! Держись, спаси меня! Точнее себя! Да кого спасать, тебя или меня? Да помоги! Душу свою держи! Ай! Не держу! Бифштексы! Бикон! Бикон! Бикон хочет меня убить! Парируй его! Бикон! Ты можешь его парировать? Нет! Какой бекон? Бекон это свинина, это не свинина, это говядина. Бегает. Ну, летает-то бекон. Говяжья вырезка летает. По-моему, бекон летал. Так, тихо, чернильный клякс. Так, аккуратно. Все, надо собраться. Это не... Блин. Ты собрался! Ты офигительно собрался, чувак. Давай, все заново. Все, без... Всё, надо давай, собраться. Без одной потери жизни проходим. Все, ни разу не теряем жизнь. Вот корову эту нижнюю можно загандошить, чтобы она не стреляла в нас. А можно, ну... Уворачивайся, уворачивайся, будь как бог. Вниз, вниз, вниз! Там, видишь, лассо, лассо. Лосось. Она стреляет, эти коровы стреляют. Аккуратно, от них уворачивайся. Ну ты что, уворачивайся, это же... Я уворачивался, но она меня убила. Ну это же изи катыч. Так, коровки убиваем, коровку убираем. Я не хочу убивать конфеты. Вниз. Во, видишь, ты выжил, ты... Вот это бог! Ты как бог играл. Тихо. Ну и что да это? Я вроде становлюсь маленьким, а меня все равно маленький кактус убивает. Ну, сделай так, чтобы не убивал тебя кактус, чувак. А он, с чем он летает? Пусть он не летает. Так, гошим, гошим, гошим. Гошим, гошим, гошим. Гошим, гошим корову. Корова, тихо, уворачивайся от денег, хватай себе немножко. Да блин, на хлеб хватит. Как это звучит, уворачивайся от денег? Я не хочу уворачиваться от денег. Взрывай тогда. Так, тихо-тихо, сейфы, сейфы, по башке так, больно. Когда я могу бомбу сделать? Ну, когда... Сейчас. Вперед! Умри! Сейчас она себя засосет, засосет себя в свой же пылесос. Так, тихо-тихо, тебе нужно парировать почаще, понимаешь? Тебе за это бы жизнь дали. Да ёлки-палки! Это не называется не парировать, чувак. Вот это парируй, вот это парируй, парируй, парируй. Ну ты что ты не просто парировал? Я сделал, тихо-тихо-тихо, бекон, бекон, бекон. Я понял, это не бекон, это не бекон. Это говяжья вырезка, не шипи на меня, не шипи на меня. Парируй, парируй ее, вот парируй. Есть! Вот, ты себе жизнь заработал. Я же потратил. Нет, у тебя две жизни, все нормально. Да, ты красавчик. Я хотел этот бекон тоже запарировать, я вошел в азарт. Вот, парируй. Да куда ты? Не хавай его, парируй, не хавай его, парируй. Да я спарировал, он не спарировался и умер. Он убил меня. Бекон убивает. Ой, ну вообще-то бекон может убить там, знаешь, жир, холестерин, но блин. Ничего, сейчас мы ее поработим аккуратно, у тебя одна жизнь, поэтому не лезь на разон. На разон, на рожон. Не лезь, говорю, на разон, да. На разон. Моя. Да, твоя, 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 это полностью твоя. Она мне просто нужна была, иначе так, бы я умер. Так, бомбо, и... Бдзжжж.
ХДДч, все, последняя стадия. Это банка с сардельками. Аккуратно, банка с сардельками. Моя? Да, твоя. А что делать? А бить ее? А подожди, а как увернуться от этого? В сардельки. А давай. Как увернуться-то? Уворачивайся срочно. Чувак, уворачивайся. У меня тоже есть бомба? Да. Да куда ты? Спаси, спаси! Да не надо! Смотри, я думал, ты в бомбу стал уже! Я думал, ты в бомбу превратился! Я нажал бомбу, но первей меня убили, блин. Короче, там смотри. Я просто не понял, как уворачиваться от этого луча. Там есть тоненькие, вот эти вот, между сардельками тоненькие пространства, где чисто ниточка без сардельки. Ага. И вот на ней можно спокойно переходить. А твой, блин, меня зажимает, я такой лечу, и меня зажимает. Что происходит? Ну все, сила бро должна нам помочь. Сила бро! Хыш! Сила бро! Хыш! Давай, 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 сила бро! Быстро, быстро! Вот так! Все, сила бро! Теперь мы точно выиграем. Почти, наверное. Да, я уверен в этом. Да затащим вверх! Так, лосо, лосо, аккуратно, лосо снизу. Лосось, лосось снизу, аккуратно сверху. Нет, лосося сверху нет, поэтому пока что бьем. Пока что бьем. О, теперь вниз! Лосось снизу был! Точнее, сверху. Так, тихо. О, тихо, я спарировал. Да. Ты умер? Ну ладно, пусть будет ты спарировал. Тебе, возможно, так жить будет спокойнее. Так, тихо, тихо, тихо. Все, вторая стадия пошла. Денежки твои любимые. Деньги, деньги, деньги. Мани, мани, мани. Так, тихо, тихо, тихо. Мани, мани, мани. Денежки в кармане. Мани, мани, мани. Бау! Мани, мани, мани. Мини, мани, мо. Мини, мани. Воу-воу-воу-воу-воу. Мини, мани, ма. Блин, капец ты божишь, ты меня спасаешь. Да? И парируешь. Приходится. Хочу пройти этого босса. Эту глупую корову. Корову! Гаси корову. Умри, глупая курица. Да, в смысле курица? Это корова? У тебя есть суперудар. В смысле? Да куда ты улетел? Я хотел всего спарировать. У тебя бомба была, надо было бомбу юзать. Ну, блин, парировать важнее, чем бомбу делать. О, подожди. Что было? Мне же не знаю, походу. Что? Так можно было? Я не знаю, я впервые. Я просто нажимал все кнопки и типа... Так можно было! Тут можно брать жизнь, ну-ка подожди, давай умри, 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 умри! Моя! Моя! Да, твоя, твоя, конечно. Моя, твоя, не понимать! Так, сейчас, давай, давай, мы должны эту корову глупую поработить в эту каску. Глупая корова, мерзкая вообще корова. Вообще глупая, тупая. Моя, моя, моя! Да ты не успел бы ее, ты далеко сильная. Лови ее уже, если она твоя. Уже ты, не моя, ну, ты конечно. Не, ты ее не ловишь. А, не моя, не моя, не моя, не мой бекон. Не хочу. Вот, лови. Твоя. Бекон! Ну чё? Ну чё, твоя же была, твоя. Ну чё ты не поймал-то, а? Ну твоя же была. Давай, бери мою жизнь. Попробуй что-нибудь взять. О-о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 . Моя! Да, я в курсе, ты меня глушишь. Я ее забрал, ты видел? Я ее забрал, я ее забрал, я ее забрал. Я понимаю, ты меня глушишь аккуратно. Вот. Видишь тоненькие полосочки, вот по ним можно переходить, да. Так, две полоски, значит, все хорошо. А три полоски было бы еще лучше. Адидас, три полосочки. Адидас, три полоски. Эй, эй, эй. И бом, бомба сделана. Так, ты, если что, можешь тоже скоро бомбу сделать. Почти. Вот сейчас бомбу, делай, делай, делай. Умри! А, не, подожди, а где не бомба? Та бомба. Я такой еще лечу на полном уверенности. Ну на куда полной ты? Уверенности. Да блин, вот опять бекон. Да блин, ну да это не бекон, это говяжий вырез. Да какая разница, мне от этого не неужели легче. Неужели взял себе, две жизни у тебя есть. Все, чувак, сейчас мы должны затащить. Почти. Так, и... Бам! Мегабомба. Ля-ля-ху! 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 Воу-воу-воу-воу, я еще живой. Да, это прям удивительно. Нет, я не живой, я умер. Я тебя спасаю, бро. Бомба! Я тоже так хочу. Так, 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 еще чуть-чуть. Оп, оп, оп! Ладно, ты себе жизнь сделал, ты представляешь? Да нафиг, я хочу жить! Умри! Давай! Да! Сила, бро, сила, бро, сила, бро! Тройная сила, бро! Как я увернулся, взял жизнь и бомбой, на его! Что бы мы делали, если бы не было у нас кольца с этими хп, и без хпшки было бы проблематично. Мы бы просто спасали друг друга и все. Да, но в этом и заключается игра на двоих, потому что друг друга можно выручать, спасать, и это мега эпично. И би-би-би. Фух, друзья. Это было потно. И мы добыли десертные лимоны. Офигеть, а что они зеленые? Они не спелые. Это лаймы, потому что... Так, лаймы. Тогда бы написали десертные лаймы. Почему десертные лимоны? Что? Причем в мешочке со знаком доллара.
Все у нас получилось. Мы добыли последний ингредиент для чудо-торта. Скорее бежим обратно к Солонкину. Так, а зачем здесь эта девочка нужна? Для открытия секретного скина, для чаши. Это потом как-нибудь. К тому же я снимал про это видео. Так, и по идее, зайдя сюда, мы пойдем к финальной части игры. Именно эту финальную часть я предлагаю нам оставить на следующую серию, потому что мы довольно много потратили времени на этих двух боссов. На второго подольше, конечно. Да, корова нам, конечно, дала, так сказать, попотеть, но главное, что мы ее загандошили. Дарклайт. Воу, сила бро! Сила бро! Итого, друзья, большое всем спасибо за внимание. На этом серия будет закончена. Непременно ждите продолжения. В скором времени, в ближайшие дни, мы снимем непременно последнюю, уже финальную четвертую серию. И там, кстати говоря, мы будем еще и финального, ну, босса проходить, понятное дело, и секретного босса тоже. Дарклайт непременно этого тоже ждет. Тут еще секретный босс. Что происходит? Что происходит? В колодце есть монетки. Забрать монетки себе. В общем, друзья, все. Большое всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наши каналы. На канал мой и Арклайт. В описании ссылочки есть, кстати говоря. Все. Всем позитива. Всем добра желаю. Всем пока-пока. До скорых встреч. Е-хо-хоу. Всем пока. До новых встреч.